Дорогие друзья, мы по-прежнему в Дубае, район, шикарный район Дубай-Марина. А сейчас мы вам покажем небольшой такой фрагментик. Мы находимся на одном из самых лучших шикарных пляжей. И здесь у них развлечения. Майдан. Какой Майдан? Везде ну, ты со своим Майданом. Ну что, да, вон еще и желто-блакитные эти бочки, которых лупить нужно. Все, вы все, как поручик Ожевский, все должно все под себя подстроить. Нет, дорогие друзья, это аттракцион, это, дорогие наши друзья, учат здесь, ну, у них ПТУ, естественно, нет, вот, учат рабочим профессиям, причем с практикой, на практике, вы все можете сами. Ну, не вы, а маленькие дети, для того, чтобы это им все понравилось, и они выбрали в дальнейшем профессию экскаваторщика. Гражданин Эмиратов, чтобы стал экскаватором. Да, дети шейхов и всех остальных, и вот у них такие вот... Прилетел на своем вертолете, да, вот сел он в экскаватор, да. И поехал копать. Не на голубом, а на красном вертолете, это что там, Августа? Так... И пошел копать. Ой, так тут же не только экскаватор, дорогие друзья, для экзотики. Чисто для экзотики. Пустили только нас, показать вам. Всех разогнали, всех. Показать вам бочки с Майдана. Отстучали свое. И теперь в виде декоративного. Покажи, что оно все рабочее. Вот же джойстики управления. Все. Да. Вон огнетушитель на каждом месте. Но не работает сейчас, конечно. А почему? Ну, ты же монетку не закинул. А, монетку? Это все, за это же надо платить. И ключик. А, да? Дорогие друзья, чтобы поработать 3 смены экскаваторщиком, за это у них еще и нужно платить. Не, ну, как вам это нравится? А такая вот, хохма. Вот представляю. За деньги вы можете даже покопать лопаты и потаскать песок. Да ну, не гони, но это уже, это уже явный перебор. А да. Кайло где? За свои деньги? Можно я за 10 долларов кайлом? За свои деньги вы можете построить Беломоро-Балтийский канал или... или Днепрогэс. И так, дорогие друзья, только на нашем канале. Да, 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 вы за свои деньги можете лопатой побросать песочек и потаскать, как это называлась тачка? Кравчучка. У зэков. Как ты кравчучка? Ладно, выпала из памяти. Можно положить рельсы, попить молотом, кайлом, кувалдой. Можно разобрать рельсы, как у нас делают. Можно... Ух ты, он светит. Прожектора какие, посмотрите. Да, дорогие друзья. Ой, а тут что у нас? После смены помыться, душ принять. Да, руки обезжирить. Смотри, все пристегивается, все как положено, даже на аттракционе. Все действующее. О, огнетушитель даже есть. Ну, правильно, на каждом огнетушитель. На каждом огнетушитель. И не украли еще ни один. Блин. На каждом огнетушитель. Каждому выдается каска. Каждого предупреждают. А почему мазут не течет? Посмотри, и это? Посмотри, как у нас посмотри, какая подсветочка. Да, ну у них тут, дорогие друзья, даже условия работы гораздо лучше. Так, не, ну куда это годится? Ну, это же, блин, понял. А где этот контроль, блин, как он там? Ну, кондиционеры, как он? Климат. Климат-контроль. Не, открытая. Так это же зимний вариант. А, не, опа. Открытый вариант. Тачка включилась, дорогие друзья, на ваших глазах. Самый главный экспонат. Я на вашей выставке буду главным экспонатом, говорит эта тачка. Кто молодец? Я молодец. А ну, пойди, покажи мне мастер-класс лопатой. Сейчас я им докопаю, дорогие друзья. Ай, вот я, это, да. Я на родине ничего не копаю, я сейчас буду в Дубае. А смотрите, какие, как они сияют разными всеми цветами радуги. Ну тут сам захочешь экскаваторщиком. Ой, стать. У меня уже слюнки потекли. Ну да. Ага. А ну все. Помнят руки, помнят? Даже Андрюша. Помнят руки? Даже Андрюша решил, да. Ага. Так. Ага. Так, ну что, дорогие друзья. Мы вас уже сагитировали. Да. Вон он там даже дрова колет, что ли. То есть мы нашли, чем тут заняться все. Ага. Наконец-то. Вот так вот тут все механизировано. Ну, все в бассейне до бассейна. Да.
Ладненько, мы сюда пойдем, когда здесь будет более многолюдно. И посмотрим, как это... А вон их, какой это? Как дрова, их... дрова таскать. Ну, так я же колет дрова. Тут еще, наверное, металлолом где-то собирают. Так. Ну что? В очередной раз они немножко нас удивили. Ну, у нас, знаете, дорогие друзья, у нас там до сих пор экзотика, это что там, Феррари, Мазерати, какой-нибудь Майбах, все сбегаются посмотреть. Ну, а здесь экскаватор в диковинку, ну, а тачка это вообще, вы посмотрите, в единственном варианте. О, и лопаты, шины, смотри, покрышки. Шины, да. Шины по периметру, бочки, так что... Видимо, скоро митинг. Да, митинг. Правда, в их понимании митинг это немножко другое. Да. Вчера... По вашему это собрание. Вчера пришел, спрашивает там человека, мне говорят, он на митинге, я и упал. Угу. Говорю, что, и до вас докатилось? А просто вы, как сами можете убедиться, в совершенно исправном состоянии. Заправляй, включай. Только близко не подходи, тебе еще Тони это не забыли. Тот вертолет. Не надо, но я не буду говорить, слух чей. Не ладно. Надо мне вспоминать. Слух не будем говорить, чей вертолет ты залез. Ага. Так. И вот это вот все в Дубае, дорогие друзья. Ну и как вам? И вы хотите с ними конкурировать хотя бы в чем-то, да? В рабочих профессиях, в образовании, в технологиях. Ну как это можно? Чисто теоретически, может быть, и да. Но практически, ну вы же видите. А яйца, Карл? Яйца-то наши? А, яйца украинские едят, да. Так, где-то я здесь видел молодой причем месяц. Причем дешевле, ух чем ты, дорогой молодой. Опа. Месяц, вовремя мы. Так, так, так. Так, где я его схвачу сейчас? Надо денежки потрусить. Потруси. О, месяц молодой. В день рождения Одессы, дорогие друзья. День рождения здесь Одессы. На час раньше, поэтому мы на час раньше поздравляем Одессу вместе с молодым месяцем. Дорогие друзья, чтобы у вас денежки не переводились. Ура! Водились, не переводились, да. Андрюша. Так, по карманам. Самый побольше, дирхам. Самые мелкие нашел. Мешочки, самые... мешочки. Угу. Все, чтобы... Побольше денежек. Чтобы, дорогие друзья, чтобы шелестело и звенело в каждом кармане. Можно даже валюты. Как вариант. Так, ну что ж, пойдем дальше. И это все за последние... Опа, смотри. За последние полгода. Опа. А ты говорил, это макет. Опа, дорогие друзья, мы уже дождались. Не ближе, хочу. Сейчас. Угу. Ну, кто там сомневался? А я вам что говорил? Тут сам экскаваторщиком станешь. О, как он еще и звуки имитирует. Почему никто не матерится? Угу. Ну, как вы успели заметить, все, весь мир с нами, да? Все экскаваторы выкрашены в желто-блакитный. Естественно, какой-то. Нет, не все. Должен заметить, ради справедливости, не все, но тем не менее. Угу. Гидравлика работает, все же. Ну а как? Не, он там сидит. Сидит в этом самом, в бачке. Охлаждение, все. Да. Ну что ж, не знаю, как вас, дорогие друзья, нас они в очередной раз немножко удивили, конечно. Ну пойдем дальше.
опять удивились, сволочь.